Всем привет, друзья, на канале Мусалим. i40 у нас в работе. Жидкие подкрылочки делаем в данном автомобиле. Арку обработали, обезжирили, удалили всю грязь, песок и нанесли вот такой вот слой материала, жидкой резины. Наносится под давлением с пистолета и получается слой около 3 мм. Данный материал служит шумопоглотителем внешним от дороги, от арок. И, конечно же, работает как антикор. Не скапливается никакой грязи, песка, не отваливается кусками. Полное время высыхания 24 часа. В общем, через 3 часа можно спокойно передвигаться на автомобиле. Никакого запаха не появляется. И на колокольчиках покажем вам большой примерчик. То есть не обработанный и обработанный. Колокол. Вот так вот идет шумопоглощение по арке. Дополнительно перед установкой подкрылка наклеиваем вот такой вот материал по всей площадке. И это идет дополнительная шумоизоляция, которая убирает шум, шелест, биение воды, песка, камней по подкрылку. И это все уходит, убирается. Все, мы приступаем к сборочке. Всем спасибо. Пока-пока.